В Международный день семьи мы хотим рассказать о необычной супружеской паре из аула Бличепсин. Их особенность в том, что рука об руку, оставаясь примером любви и взаимного уважения, они прожили вместе 61 год. Мы говорим о семье Кушковых, Нурбии Хаджибичировиче и Любовь Мумедовне. Приятный голос, немногословность – все это охранительницы семейного очага. В канун праздника супругов приехали поздравить специалисты Кашхабского комплексного центра социального обслуживания населения. Ты хоть скучал за этим сном, хоть ушла с бжавача, финанахом, фибенхом, пофижал с отху. Я пофинанахом, я пофитеншим. Примеру фари анну, а бенско каческохам, пример даху фари анну. Квадро-квадро самое главное, что за этим сном. Часабицы хами, фибенхами, я хер за этим сном. Самое главное, что фари анну квадро. В этот прекрасный день, день семьи, мы приехали поздравить семью Кушховых с такой замечательной датой и с таким замечательным днем. И желаем всем семьям большого счастья, огромной любви, бесконечной удачи, везения во всем. Вот чтобы долго-долго-долго прожили. И молодые, чтобы тоже самое брали пример со старшего поколения, жили долго, счастливо. Прожить вместе 60 лет – дело нелегкое, да и время было непростое. Но семья выстояла, помогли честность, добропорядочность и, конечно, любовь. Сегодня наши герои являются счастливыми дедушкой и бабушкой. В 62-м году мы женились. И до сих пор живем. 18 октября. Два сына и два дочка. Мужчины, три сына, младшего сына. А старшего сына два дочка и одна мальчика, один мальчик. В жизни бывает всякое, и хорошее, и не очень. Но главное все же, нужно суметь сохранить уважение друг к другу и доброту в сердце. Это и есть главный ключ к успешности союза, отмечает чета Кушховых.